такое хотя бы свежее лицо. Мы сегодня не будем говорить плотно об архитектуре, потому что действительно там речь идет о больших финансах. Мы сегодня говорим просто о каком-то, может быть, ну не знаю, новом духе или каком-то свежем ветре. Вот у нас сидит директор художественной школы, да? Сейчас вот мы видим, да, художественная школа внешне преобразилась, я так думаю, небольшими, да, совершенно средствами. Вы украсили... И был проект, года два назад был даже художественный совет существовал в городе, было разработано площадок 7, кажется, под росписи именно, под изменения. Потому что тема изменения зданий коробочного типа, придание им совершенно иного облика уже давно было поднято, и даже был сделан проект «Раскрасить мир яркими красками», кажется. Да. Ну вот мы посмотрели, вот у нас есть на 10-й пятилетке такая вот трансформаторная будка, как с этим справляется в российской глубинке, это города численностью населения не больше 250. Посмотрели вот такие вот варианты тоже есть, я не буду на них долго останавливаться, потому что нам бы хотелось сегодня больше вас послушать и ваше мнение. Есть вариант уже использования того, что есть, да, но с таким другим подходом, когда мы пытаемся урны сделать, вот был такой период, когда мы красили в желто-красные цвета, даже обычные телефоны, вот видите, объекты, они могут быть тоже интересными очень.